рисовал картинку Вася. А я рисую огнестрел. Оп, нарисовал. Оп, нарисовал. Нарисовал картинку Вася, а я рисую огни. Чё? Чё, братья, что ли? Почему вы так решили, мужчина? Ну я смотрю, у вас у обоих бороды красно-оранжевые. Ты чё, красишься, что ли? Мужик, ты чё? Да ладно, ладно, шучу. Ну реально, ты как будто крашеный, дружище. Ха-ха, грязь, блин. Фу, ну давай стряпню свою, повариха. Не нравится, не жри. Так вот, больше нечего жрать тут в вашей вип-зоне. Скорость передвижения увеличена. Я не знаю, как бы. О, все понял, бегу, быстрей, быстрей. О, где? Рядом с водой, нет, вот здесь. Мужик, извини. Мужик, ну ты че, ёлопа? Фу. Это все спасибо вашей поварихе, скажи. Скорость передвижения она мне увеличила, блин. Дичь вообще. Такую гадость жрать, блин. И никогда не знаешь, чем она дальше тебя будет кормить. Ужас, да? Ну что, поехали. Мифы и реальность. Как с одной мины порвать всю ферму? Или трансмиссия вездехода в 18 сезоне? Давай узнаем, что из этого истина, а что ложь. Поехали. Поехали. Бар Конечная. Хорошая елочка. Хорошая. Друзья, всем огромный привет. С вами Харди, и мы продолжаем. И это Last Day. Попались мне, значит, на глаза комментарии такие. Я, как обычно, отвечаю на твои комментарии. А почему ты не показал нам, как достать трансмиссию вездехода в этом фантастическом сезоне? Как ты понял, запись я делаю незадолго до завершения этого супер сезона. Он был классный, он был так себе, но он был легкий, да, и это хорошо. А если точнее, за 5 часов до конца. Друзья, я не показал, как доставать трансмиссию вездехода в этом сезоне из какой-то нычки, потому что ее не было в этом сезоне. Где вы это вообще увидели? У какого ютубера? Это был голимый кликбейт, что я тебе могу сказать? Обман. Называй как хочешь. Мы все помним, вот здесь была трансмиссия вездехода, так? Ее здесь нету. Не ведись на всякую шнягу. Я вот что тебе скажу. Да-да, я к тебе обращаюсь. Ты подписан на Печка ТВ? Отлично. Я не буду кидать какой-то голимый кликбейт. Ни в коем случае, чтобы привлечь твое внимание. Я не упущу информацию по трансмиссии вездехода. Я, конечно, покажу, если ее туда засуну. Ну, в общем, понятно, да, это развод, это обман. А нежное название кликбейт. Никакой трансмиссии нам не давали в этом сезоне, друзья. Кроме вот этой вот. Кроме вот этой вот. А что-то как-то где-то подходить, не подходить там. Мне говорили, подойди туда, поговори с тем. Мы не разговариваем тут ни с кем. Блин, с кем нам позволено, с тем, значит, позволено. Также, значит, мне сказали, ну это был прикольный юмор. Да, я оценил, что где-то в туалете плавает мразоокунь. Ха-ха, грязь, грязь. Я, к сожалению, не смог его выловить. Но теперь понятно, почему его нельзя жрать. И это по мифам. А теперь по реальности. Возможно ли старую ферму зачистить с одной мины? Мы сейчас попробуем, мы попробуем. И если у нас получится, я не говорю железно, что получится. Потому что там надо все сделать чики-пуки. Но если получится... Фу, да, это будет жесткий прикол. Поехали, поехали. Пробую первый раз вместе с тобой. Я сейчас тебе покажу четенько, как вообще и почему и зачем, да? А ты уже пробуй. Если у меня не выйдет, друзья, оставляйте свои комментарии. У кого получилось? Все, что нам нужно, одна мина. Для чего? Да чтобы зачистить всю нафиг ферму, представляешь? Ну тот, кто попадает сейчас под раздачу, пускай попадает. Нам главное, чтобы эксперимент удался, да? Когда мы это сделаем один раз, мы так начнем с тобой, конечно, уже как красавчики бомбить. Блин, ну вы что, издеваетесь, негодяи? Ты понял, чё? Так, а если мы красиво был вот этих только накажем? Давай? Нет, они все загрелись. Ну ладно, чё поделать. Хорошо. Ой, ещё один, блин, прицепом. Да вы чё, блин, вообще что ли, ненормальные? Ну как бы да. Против лома нет приема. Ну и всё, полдела сделано, потопали. Синий ящик нас интересует с тобой. Да-да-да. Что за манипуляция с ним сейчас произойдет? Если и не получится, да?
Ну, как минимум, зачистка старой фермы получится. У меня до сих пор еще нет крутой модификации разрыв сухожилий на мачету. Это фиолетовая модификация, она топошная, да? Выбивается именно здесь. А также у меня нет синенькой модификации, представляешь, на мясницкий нож, которую всем дают за донат, но мне ее не дали, потому что, когда я стартовал в игру, как я уже говорил тебе ранее, я очень мало донатил. Прям вообще. Мизерно. По радару мы негодяй. Вон он. Бежим. Блин, не могу, тяжело. Сейчас опять обосринку словлю. С таким грузом бегать, это тебе терминатором надо быть. Ну хорошо, домой спрятались. Так. И что делать-то будешь? Ёлы-палы, слушай. Мне когда, значит, ответили... спасибо вам, друзья, за комменты. Не помню точно, кто написал об этой фишке. Я как-то раз уже пытался, но у меня не вышло. Значит, смотри, в чем заключается читерство. Видишь этот стол? В него надо поставить мину. Представляешь? Если сейчас она поставится, это 50% успех. Интересно, как же это сделать-то, а? Блин, это долгая песня, да? Он никак вообще не хочет. Ну так, слишком далеко, я так понимаю. В общем, ставишь мину, потом ящик сюда приносишь. Только вот как мне не взорваться от этого ящика, я вообще без понятия. И что будет? И они все взорвутся, и сделать надо логаут. Ладно, давай поставим одну мину вот сюда. Будем надеяться, я на ней сейчас нафиг не взорвусь. Чё-то я вообще не догоняю. Мне кажется, я успел сделать логаут. Сработает, как думаешь? Чё-то я сомневаюсь. Вообще полностью сомневаюсь. Ну посмотрим. Надо поставить мину в ящик. Опа! Я только что увидел, как мне накинули очков. Ты понял, чё? Ну нет, мягко говоря, не вся ферма, да? Слушай, ну что я могу тебе сказать? Я без понятия. Друзья, оставляйте свои комментарии. Реально, у кого получалось? Мы ставили эту мину в ящик уже. Ставили. Когда он не в столе переработки. Да, этот ящик. Мне что-то там чуть-чуть дали очков, потому что там установлена мина была. И они нарвались на нее. Ну конечно. Ты понял, да? Блин, негодяйство. Вон, видно, да, крестики? А в чем вообще соль? Соль в том, чтобы они все за раз откисли. Отлично, еще этот плеун гребаный. Соль в том, чтобы они все, короче, за раз откисли. Да, то есть тебе надо установить мину прям в синий ящик, когда он будет в станке переработки. Я честно, я до сих пор, я не представляю, как это вообще возможно. Так, убежали. Отлично. Мы сейчас просто добегаемся. Я тебе вот что хочу сказать. Так, что плевун там этот гребаный бежит? Бежит? Нет? Да, нет, нет, да? Броню жалко. Жалко просто броню. Так, ну пока не бежит, да? Вон он. Вот так вот, отлично. Так, мужик. Да ты что, офигел? Ты что плюешься-то как ненормальный? Ты перестань так делать, дружище. На лучше гранату, блин. Ай, ёлы-палы. Разрыв, да, с ним расстояние. Вот, и он опять как ненормальный побежал. Окей. Блинский, хорошо кинул, но нет. Бежит, негодяй. Так, ещё и бык. Начинаем идиотизмом заниматься. Ну, не получилось, фишка. Она реально рабочая? Блин, она рабочая. Только фиг ее знает, как ее сделать. Опа, минус комплект брони хороший. Супер. Вообще, сам в шоке. И плевуна мы не добили, да? Блинчики. Где мой гранатомет, ё-моё? Чё я могу тебе сказать? Так, у нас есть еще мина. Только вот этот плевун негодяйский нам всю малину портит, реально. Вот пацаны, которые пали, да, от нашей минки. Тише, ребята. Ёлки-палки, а? Мне кажется, до меня дошло. До тебя тоже? Ты просто поставь в центре и все. Блин, бесит разоритель, да? Вот реально подбешивает.
Смотри, что плюет, как ненормальный, бесконечно. Мужчина, 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 откисни, откисни, откисни. Есть! Бегу! Ну, в смысле, иду! Нет, нет, нет! А-а-а, боль! Ха-ха! Слушай, до меня, кажется, дошло. Я сейчас покажу тебе принцип работы этой фиш. Как вообще вся ферма взорвется? Не-не-не, сейчас покажу. Ёлки, как же это все... Ну, ты же понял уже? И я понял. Как работает какой-то там баг, да? Когда ты прям мину как бы в синий ящик устанавливаешь. Я не знаю. Но принцип работы вот этой фишки, именно фишки, да? Он чисто логический, и это не баг. Так что пользуемся, да? Пользуемся спокойно. Это не баг, это просто, блин, очень крутой лайфхак игровой, ё-моё. Ну ты уже понял его, да? Я думаю, ты уже его понял. Получится ли у меня его показать тебе? Безусловно. На 1000% получится. Тебе просто надо установить мину там вот прям, где тусуются пацаны и точка, блин. Потому что, когда ты делаешь логаут из игры, я сейчас просто тебе его описываю на словах, да? Когда ты делаешь логаут из игры, они все респятся прям там по центру, ё-моё. Все, что надо сделать, это найти четкую точку, где конкретно установить мину, чтобы зацепило всех. Ёлки, слушай, я буду этим пользоваться? Конечно. Я тебе покажу еще прям вот зачистку фермы быстренько, да, за 3 минуты одной миной. Конечно. Я надеюсь, ты оценишь честный контент как есть. Тестирую первый раз в жизни вместе с тобой эту систему. Что нам теперь надо? Нам теперь надо просто всю... Я для этого взял спринт. Нам надо загреть всю толпу. Так, а где я вообще откис? Нам надо взять всю толпу абсолютно. Смотри, быки, они на свою позицию возвращаются, да? То есть с ними такая тема не прокатит, типа того. Ой, они как-то в разнобой стоят. То есть нам сейчас надо просто их разогреть. Установить вот там вот мину и готово, блин. Куда уж проще. Там, где они стоят. Но они неровно стоят, блин. Они разбросаны там по территории, поэтому... Не-не-не, не получится одной миной прям всех наказать. Но да, много накажем. Много. Врубаем спидран, поехали. Спидхак, спидран, как хочешь называй этот скилл. Он хорош. Устанавливаем мину и выходим в логаут. Вот и вся схема, ёлы-палы. Конечно, раньше было сделать это проще. Да вы чё, прикалываетесь, бомжи? Я в шоке. Так, ладно. Дубль 2. Чё тут скажешь? Дубль 2, блин. Ай, пацаны, какие же вы долгие, я в шоке. Мужчины, вы очень-очень-очень быстрые парни, вообще прям. Побежали. Всё, я надеюсь, блин. Давай, друг, давай. Ставим мины и выходим в логаут, да? Ха, блин, слушай, ну забавно, забавно. Ну как минимум эта фишка прикольная. Вот здесь поставим мину. Тут трутся, да, пацаны? И вот здесь давай поставим мину. Тут тоже трутся. Теперь просто выходим в логаут. И всех наказываем этими минами. Круто? И в чем прикол? Не понял. Пацаны, ну вы чё, блин? Как они так стоят среди мин? Ну ладно, чуть-чуть у нас тест, да, сорвался. Слушай, ну первый раз же сработала мина, да? Сработала? Сработала. Они прям подорвались на ней. Я в шоке. Я не там мины установил. Не там мины установил, да? Вот они, смотри, стоят. Не понял. Одна стоит, второй нету. Окей, мужчина дубль 2. Блинчики, или дубль 3, какой уже по счету? Но не важно. А как ты хотел? Эксперименты они вот такие, да. Это, блин, как бы прям, ну как бы да, жестко. Все, побежал. Пугало! Ёлы-палы! Мужчина врезался в пугало! Пугало врезалось в мужчину! Бешпредел! Бегу. Ты понял, да? Я не там мину установил. Работает тема, да работает стопудово. Вот тут они где-то трутся. Ну да, слегка бредово. Ой, ёлки, как страшненько. Так. И попробуем вот сюда поставить. Нет, нельзя. Выходим. И заходим. Чё-то как-то это всё-таки не так работает, да? Но определенно точно этим, то, что я тебе показываю уже, можно пользоваться действительно. И это будет круто.
выгодно достаточно. Вот сейчас смотри, сейчас они должны взорваться. Ну куда-то я туда поставил, да? Надо узнать точную точку, где они все стоят. Ну-ка. Чины. Возьмем гранатомет, нафиг скар на них тратить. Слушай, сработало. Но очки мне не дали. Не дали очки? Мне кажется, не дали. А может и дали, фиг знает. Я просто не успел увидеть. Сработало. Смотри, как сработало. А вот где надо, да, чтобы стояла мина. Даже не знаю, вот эту травку запомни. Вот зелененькая травка, да. Я установил тут кучу мин. Не надо было. Надо было одну мину поставить. Ёлы-палы, ребят, это работает реально. Это работает прям. Просто надо знать точную точку. И готово. Все. Одной миной можно бомбить всю ферму. Эх. Ну, не разрыв сухожилий. Увы, ах. Хоть слегонца и рукожопой я тебе показал. Но все-таки, да, это первый тест. Надеюсь, ты оценишь. Работает тема? Работает, елки-палки. Можно одной миной высекать. Просто вот где травка, вот тут ее ставь, да, и готово. Я покажу обязательно после того, как откатится у меня ферма. Четенько уже этот прикол. Если понравился ролик, конечно же, оцени лайком. Подписывайся на канал, я не делаю кликбейты и обманы, блин. Это я к чему? Ну потому что мне так много комментариев попадается, ты не показал то, то. Я если не показываю, то этого не существует, это просто вранье, вот и все. Что-то мне кажется, все-таки подарок накинули. У меня же было 250 обычного, а может и не накинули. Может что-то как-то это не сработало до конца, да, фишка? Ну ничего, мы будем экспилярму с тобой проводить, да, экспериментировать и рано или поздно сделаем все чики-пуки. Не пропусти следующее видео, конечно же. Мы продолжим экспериментировать, пока ждем межсезонья или сезона 19. Что будем делать в следующем видео? Водить паровозы? В лаборатории Генезис. Да, будет весело. А невозможно там? Слушай, а невозможно. Можно там и гранатами взрывать пацанов толпу целую, и минами как хочешь. В общем, удачи тебе на старой ферме. Пока-пока.